июль 2011 года мы снова приехали сюда, во Францию, Британию, город Порт-Сен-Мало. Приехали как будто к себе домой. Уже все известно, все знакомо. Можно сказать, мы отсюда не уходили. В нашей лодке примечательное название – «Этуаль дю Ларж». Это то ли большая звезда, то ли морская звезда. В этом предстоит еще разобраться. Товарищ капитан, какова наша готовность к выходу? Пока нулевая. Безобразие. Точно. Вода поднялась на 8 метров. Наша осадка 2. Пора выходить. Отдыхающим. Привет. Может уже 50% готовности. Что у нас с водой? Юлия, ответственно. Хорошо. Что у нас с топливом? Макароны варятся. Прекрасно. Что у нас? Так, выпускаемся. А там вдали виднеются стены Интермурос, старого города. Да, мы зайдем еще на обратный путь. Стоим на якоре. Сегодня хотели попасть в Пирос-Гирек, но когда подошли, выяснилось, что марина уже закрыта. Поэтому мы оказались в таком шикарном месте и совершенно не жалеем. Ты знаешь, кто это? Юля, кто это, ты знаешь? Ну, мне кажется, мы один раз встречались. Ну, может быть, и видели? Ну, ты не помнишь, чтобы они к нам поплывали и легкими махали? Это ограбление. Капитана? Раздеваться до трусов. Мы сомалийские пираты, я бы сказал. Ну вы, сомалитяне. Смотри, мы сейчас как заведем. И с таким количеством топлива, которое у них осталось. Да, называть себя пиратом. Потому что встретить нас с хлебом, солью, мясо принести порезать. С кем вас мясом с перцем встречаю? Тихо себе. Ты что ли, мясо и перец? Я мясо, вот перец. Замариновали сегодня с утреца, залили мясо, там примерно было килограмм мяса. Залили мы его, все это сделали, 300 грамм взяли, есть такой напиток арманьяк. 40 градусов, вот он, напиток. Не зря переводить-то было, может лучше было чистым, видя вовнутрь? Нет, что вы, мы замариновали мясо. Посыпали все это базиликом, перчиком красным, перчиком черным молотым. Все это дело так засыпали. И себе это сделал я где-то 6 часов мариновалось мясо. Так, мы его поставили туда, налили вот сразу 300 грамм. И что же получается? Оливкового масла. Ой, получается сказка. Получается просто бесподобно. А запах там. Витаминов сколько? Витамин, да это сплошной витамин, господи, один арманьяк. Извините меня, тянет на всю металлическую линию. Сегодня нет числа. Еще неделю чисел не наблюдается. Но сегодня же какой-то особенный день. Да, сегодня особенный день. Сегодня день, когда мы зашли в город Брест, что находится в Брестской области. Вот сюда завезли толпу иностранцев. Батька нас поздравит сегодня. Да, он скажет им сегодня. Hello, мои дорогие. Мы забыли отправить телеграмму, поэтому он ничего нам не скажет. Ну, Николас Саркози прислал нам. Уже. ЗОС сказал. Приезжайте, отмечайте.
гуляйте. Ну все-таки, но... завтра же у нас Катор де Жиет. И как ни странно, французы начинают отмечать праздник на день раньше. Совершенно верно. Поэтому мы тоже Новый год отмечаем 25-го позже. Поэтому сегодня мы усиливаем километров. Быстро тоже не можешь соображать. И потом там завтрак в Сан-Жуисте должен быть, который никто не отменял. А вот по дороге куролесить сколько угодно. Вот от Ля-Рошеля 200 километров в Бордо. Вы считаете, что сегодня у нас будет на ужин?
Я ничего не считаю. Объявляем тотализатор. Что сегодня будет? Угадать невозможно. Считаю, что сегодня будет на ужин какая-то еда. Из томатоса, потекоса. Это уже первый шаг. И фаршиса. Что сегодня у нас будет на ужин? Только морепродукты. Так, Катя, ваше мнение. Если морепродуктов у нас просто нет, то это будет овощной рагу. Процесс пошел. Опаньки. Поварята, начинаем чистить картошку. Это все происходит. Посмотрите, как... На самом-то деле, как все делается. Масса, потом будет... Это должно быть не только эффективно, но и красиво, понимаешь? Мы так и не узнали, что будет за блюдо, а вино уже выбрано. Нет, только шеф-повар может предложить. Игорь, ты все-таки что же нас ожидает? Какое вино нам выбирать? Подо что? Прекрасный выбор. Ниже какой цены мы не берем? Ниже цены 1 евро. Одной сотни евро я имел в виду. Для бокала, да? Не меньше одной сотни должно быть. Да вот эти два давай. Или мы анжуйское допиваем сегодня. Бургугне и бургугне. Сейчас посоветуй. В смысле, потемнее. Что там у нас есть? Варианты. Ну, мы можем добавить туда что-нибудь темнящее. Я добавлю. Я же сказал. Шеф-повар, можно нас отвлечь на 5 секунд буквально? 5 секунд. Да, конечно. Вот она. Цвет. Смотри, какой цвет, да? Рубинчик. Вау. Три семерки отдыхает. Вдохновение, оно сразу пришло. Прекрасно. Так я понимаю, первый этап – это фанчистка картошки. Yes! Yes! Следующий yes. – это укладка ее очень сложная. Yes! Поверьте, на сковородку. Yeah! А как будет называться сегодняшнее блюдо? Кассероль. Кассероль? Это же просто кастрюля. Все так просто. Начался следующий этап. Обжарка моркови. Морковка у нас. В моркови добавился лук. Нифига себе. Это не могло быть. Процесс идет. Так, а это уже началось основное блюдо. Куда добавляется мясо? Извините, а зачем вы из бутылки переливаете в этот чудный кувшин? Мы декантируем, мы не переливаем, а декантируем. А в чем разница? Должны питаться кислородом, лишний алкоголь выходит. Этим свежим морским соленым воздухом. Следующий интересный этап. В картошке были добавлены помидоры. Какой вкус это придаст картошке? Благословие. И еще какие-то приправы. Вот, наверное, самое, как говорится, соль – приправа. Что же вы туда добавляете? Это уже секрет. Вот за это убивали в средние века. Я немножко подсмотрю. Мне можно? Too late. Too late. Вот я есть не хотел ни дубочек, но вот этот запах как-то вот меня подвигает. Аплодис. Что можно превратить простую картошку, прекрасные помидоры и обыкновеннейшие сосиски. Ой, божественно. Сосредоточенное лицо. Мэтра. Прекрасно. Это же сказка. Ну ты посмотри, какая еда, а. А самое главное, он хлеб запрещает брать. Категорически. Хлеб все портит, все портит. Уренгой Уренгой, а не в такого города не было. Новый Уренгой есть? Нет, Уренгой такого. Уренгой нет города. Но Уренгой есть. А? Есть. Там газ. На Ельце, пожалуйста. Там уже начинается, по-моему. Это легко, Йорк.
Какая музыка? И они не знают на О. А ведь город напрашивается сам. Оттава. 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 Мы говорим на О, взяли на вас и перевели А. Давайте А. На А. 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 Анси. А. А. Сказали, а. Радуйтесь. Анси. Сюда Анси. Город во Франции, карту купи. Купи свою карту. Сейчас я вам дам на И. Здесь на И, знаешь, сколько городов? Вообще нету на И городов, блин. Что за страна такая? На И города нету. Мы вернулись в Сен-Мало. После бессонной ночи, ночного перехода, особенно радостно здесь видеть такую погоду. Кстати, как вам окончание нашего путешествия? Просто счастье. Беспробудное. Я рад видеть город Сен-Мало. Всего отрезать всех Марина. Мне на этот год хватило, в принципе, впечатлений от Барса Боша. Пока не надо. Всем большое спасибо. Как это правильно сказал, что большое счастье было, когда мы отсюда уходили, и, по-моему, еще больше, когда мы отсюда вернулись. Господин капитан, что вы можете сказать о нашем путешествии? Все было замечательно. Все было прекрасно. Погода стояла солнечная, добрая, море ласковое. 3 года странствий. Сергей, какие самые большие впечатления у вас от этой поездки? От последней парковки. Когда мы с Мишей толкали, я наконец еле-еле привязали. Тут же прибежала Юля, отвязала, все сказала, все не так. Ну что же делать, не договорились. Пошла мифология, да? Все. Дядя Игорь, на скорее. Обязательная часть закончилась. Погода была морская, на погоду как здесь не жалуются. Так же, как и на родителей. За планы по Сен-Мало. Ежегодную практически традицию. Господа морские разбойники, давайте скажем Гигбибку ура нашему капитану. Это же он нас сюда вытащил, и он нас сюда отсюда увел и сюда привел. Привел, что характерно. Гигбиб, ура! Ура! Гигбиб, ура! Гигбиб, ура! 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 Спасибо экипажу. Все были стойкие. Да.